Жорж Сен-Пьер – эталон бойца смешанных единоборств. На протяжении двух десятилетий он был истинным мастером боевых искусств, победоносным в октагоне и несоизмеримо мудрым за его пределами. За годы кровавых битв, тяжелых травм и личных трагедий Жорж сформировал собственную философию, которая долгие годы удерживала его на вершине мира ММА. Сегодня мы ознакомимся с мудростью этого мастера через его цитаты и взгляд на мир. Порой люди жалуются, что не могут найти себе мечту, реальную цель, ради которой они готовы усердно работать. Но я скажу, что это абсолютно нормально. Я тренировался с раннего детства, но никогда толком не понимал, кем хочу стать. Были времена, когда я хотел быть хоккеистом, потом прорестлером, затем палеонтологом. Только спустя годы раздумий и проб я осознал, что хочу стать профессиональным бойцом. Вам нужно понимать, что мечта не то, что приходит само по себе. Вы должны постоянно искать и трудиться, чтобы однажды определить свою цель и осознать свое предназначение. Я обучался кинезиологии, науке о механике движений человека и в то же самое время работал. Я был мусорщиком, чтобы платить за учебу. Я с большим уважением отношусь к этим людям. Это тяжелый труд. Я также работал в ночных клубах с правонарушителями в рамках программы для молодежи. Работал в магазине напольных покрытий. Я инвестировал все деньги в обучение боевым искусствам, потому что у меня была мечта – стать лучшим. Настоящая проверка наступает в тот момент, когда вы один в комнате, где никто вас не видит и не слышит. Что вы будете делать? Питаться хорошо или плохо? Упражняться или смотреть телевизор? Тренироваться или ничего не делать? Себя истинного вы познаете лишь в то мгновение, когда вокруг вас никого нет. Вот реальное испытание дисциплины. Хорошая генетика и врожденный атлетизм могут стать благословением, но для кого-то – настоящим проклятием. Если вы настолько одарены физически, что вам не нужно прилагать много усилий, чтобы добиваться успеха, вы можете пропустить много важных уроков и в определенный момент просто сломаться. Поэтому каждый человек нуждается в тяжелых испытаниях, и именно то, как он с ними справится, определит его дальнейший путь, его место в жизни. Смирение – это первое правило боевых искусств. Либо вы быстро научитесь смирению, либо перестаете заниматься, поскольку ваше эго не позволяет вам спокойно принимать поражения. Я не люблю проигрывать. Никто не любит. Особенно перед девушкой или друзьями. Но это хорошо временами понимать, что ты не так и силен, как думаешь. Вы не становитесь лучше в те дни, когда вам хочется тренироваться. Вы становитесь лучше лишь тогда, когда не хотите, но все равно идете. Если вы способны преодолеть отрицательную энергию, исходящую от вашего усталого тела и немотивированного разума, то непременно будете совершенствоваться. Рост – долгий процесс, а паршивые дни – самые главные в нем. Правда в том, что я сумел достичь поставленных целей не потому, что был лучше остальных, а потому, что был предан своему делу так, как никто другой. Я никогда не был самым большим, сильным, быстрым или мощным. В жизни мы всегда встречаем людей, которые в чем-то нас превосходят, но благодаря упорному труду и строгой дисциплине нам по силам их одолеть. Существует заметная разница между простым бойцом и мастером единоборств. Боец тренируется ради конкретной задачи, у него определенного числа бой с каким-то соперником. Я считаю себя мастером единоборств. Я тренируюсь ради самого себя. Я тренируюсь постоянно. Моя цель – совершенство, которого никогда не достичь. Я делаю это не ради славы, я делаю это из любви к искусству. Детерминизм учит, что все события в нашей жизни взаимосвязаны. Я в это твердо верю. Жизнь подобна бильярду. Вы наносите удар по главному шару, он сталкивается с другими, и каждый шар отправляется по разным направлениям, которые уже вам не подвластны. У вас может быть иллюзия, что вы можете контролировать все в своей жизни, но это не так. Поэтому вам необходимо всегда совершенствоваться, чтобы в один день обязательно выстоять под внезапным ударом судьбы.
Чемпионы мира нуждаются в правдорубах в своем окружении. Для меня этот человек Джон Данахер. Он никогда не будет лгать ни о чем-либо лишь потому, что я популярный спортсмен. Джон всегда вежливо и правильно расскажет настоящую правду, которую не говорят другие. Нужно уметь отличать мираж от реальности. Все сводится к уверенности. Ваше тело будет способно творить великие вещи, только если будет уверено в их выполнении. Единственный способ добиться желаемого – готовить свой разум к наихудшему сценарию развития событий. Вот почему я всегда говорю, что бои выигрываются не в восьмиугольнике, а месяцами ранее. Люди развиваются лучше всего в моменты, когда их постигает неудача. Когда я потерял титул и травмировал колено, у меня появилась огромная мотивация совершенствоваться, чтобы вернуться на вершину. Я уверен, что развитие – это дисциплина, а не лотерея. Оно не имеет ничего общего с удачей или моментами эврики. Нет, это лишь усердная работа и открытость к новым знаниям. Перед каждым поединком я приветствую своего оппонента. Я даю ему дань уважения, даже если он не настроен ответить мне взаимностью. Немногие понимают, почему я это делаю, но все просто. Не будь этого парня, не было бы и меня. Когда я вступаю в октагон, мой соперник дополняет мою сущность, он становится частью меня. Не уважать его, значит не уважать себя. Ведь именно благодаря его готовности драться со мной, моя жизнь обретает смысл и движется вперед, мой путь развивается, а моя цель становится ближе. Никогда не стоит стоять на месте, ни в октагоне, ни в жизни. Когда вы перестаете двигаться, с вами покончено. Когда статус-кво становится вашим главным оружием, ваш арсенал пустеет. Когда вы не можете найти новый путь и постоянно повторяетесь, ваши ошибки оборачиваются поражениями. Поэтому единственный верный путь в жизни – это инновации, а инновации, рожденные истинным творчеством, зависят от непрерывного движения вперед. В конце концов, движение – есть жизнь, в то время как застой равен смерти. Динозавры были самыми большими и сильными существами на Земле, но вымерли. Тараканы были маленькими и слабыми, но смогли выжить. Почему? Динозавры не сумели адаптироваться к изменениям, а тараканы сумели. Подобное полностью применимо к ММА. Не всегда побеждает сильнейший, побеждает тот, кто умнее и терпеливее, тот, кто может лучше остальных адаптироваться. Стремление стать великим мастером боевых искусств подобно исследованиям в науке или медицине. Если вы найдете лекарство от болезни, это принесет пользу другим. В этом состоит цель. Моя же цель – поделиться всеми своими знаниями, чтобы новые поколения мастеров боевых искусств извлекли из этого пользу. Это поднимает планку единоборств на новый уровень и сделает людей лучше, умнее и эффективнее. Люди, которые говорят, что не чувствуют страха, либо лжецы, либо сумасшедшие. Я помню, что однажды слушал историю про солдат на войне. Рассказчик сказал мне, есть два типа людей. Кто хочет сражаться, это сумасшедшие. И кто не хочет сражаться, но все равно идет, это храбрецы. Быть сумасшедшим – легко, ты просто болен. Это не вызывает никакого уважения, но быть храбрецом – тяжело. Ты должен преодолеть страх, а это достойно настоящего уважения. Мой страх дал мне один из самых великих уроков в жизни. Без страха человек не может двигаться вперед. Он не может стать лучше. Он не может превратить плохое в позитивное. Он не может открыть свой собственный мир для творчества, изобретений и прогресса. Риск бывает всех форм и цветов. Банкротство, разбитое сердце, неудача. Альтернатива – мир без риска. Реальность, где ты никогда не рискуешь, а значит никогда не узнаешь, сработал бы твой бизнес-проект, полюбила бы она тебя, сумел бы ты реализовать свою цель. Уверен, что никто бы не хотел жить в таком мире, поэтому не бойтесь рисковать, ведь там, где нет риска, никогда не бывает успеха. Страх может остановить вас и заставить думать с позиции «а что если?», а это худшее, что может с вами случиться. В эти моменты вы начинаете совершать глупые вещи, сомневаться в себе или думать, что ваша мечта никогда не сбудется. Предсказывать провал не только бесполезно, но и в высшей степени вредно. Стоит вам начать сомневаться, как вы станете уязвимым и попадете в зависимость от мнения окружающих.
Визуализация – это не банальные посиделки за фантазированием. Нет, как и все хорошие вещи, визуализация требует практики и открытого разума. В конечном итоге использование собственного воображения для создания мысленных образов стимулирует ваш разум, помогает организовать вашу жизнь и держит ваш фокус на достижении определенной цели. Моя цель – уйти на пике карьеры. Хотя, когда боец уходит на пике, его критикуют. Люди говорят, он мог еще сделать это и вот это, он уходит, потому что боится этих парней. Но как уйти на пике карьеры? Тайна. Если уйти слишком поздно, как это делали многие боксеры, Мухаммед Али или Рой Джонс, мы получим дополнительные удары, что негативно скажется на здоровье. У меня есть и другие цели в жизни. Однажды я хотел бы жениться и иметь много детей, создать семью. В условиях, в которых я живу, это почти невозможно. На данный момент моя карьера – это все. Но однажды главным будет нечто другое. С самого детства у меня была одна мечта, и однажды я осуществил ее. Я проснулся утром после одного из моих боев и направился прямиком в банк. Там я встретил работника, которому сказал, что не хочу, чтобы мои родители платили по счетам до конца своей жизни. Любой долг, кредит, машины, пусть покупают и берут хоть каждый день. Я пытался скрыть это от самих родителей, так как знал, что они никогда не согласятся. Я находился в Бразилии, когда они позвонили. Мать плакала, а отец был в бешенстве. В эту минуту на моей душе стало так хорошо. Это было лучшее чувство за всю свою жизнь. Если вы хотите ближе познакомиться со знаковыми цитатами бойцов ММА, раскрывающих их мышление и взгляды, выходящие за пределы спорта, обязательно дайте нам знать в комментариях. Будьте здоровы и помните, настала эра ММА.